школах Твери ежегодно проводятся тематические мероприятия, приуроченные ко Дню российской науки, который отмечается 8 февраля. В гимназии номер 8 к этому дню подготовили интерактивные занятия, викторины и мини-конференции. Подробности в нашем сюжете. Третьеклассники с интересом следят за химическим экспериментом. Несколько ложек уксуса, средства для мытья посуды и обыкновенная пищевая сода. И вот в колбе начинается извержение вулкана. И вот такое у нас получился чудо извержения вулкана. Но не все в классе считают чудом этот химический эксперимент. Предложения по ускорению процесса вносятся прямо во время проведения опыта. Если добавить только уксус в соду, тогда реакция будет намного быстрее. Уксус еще можно заменить лимонной кислотой. В них есть еще много очень элементов, которые начинают взаимодействовать, и получается очень хорошая реакция. В этом году в соседнем классе ученики, заняты любимой многими игрой, собирают конструктор Лего. На самом деле это серьезное развивающее занятие. И в рамках Дня науки в гимназии ему посвящена целая конференция «Лего в жизни детей». Мне кажется, то, что Лего привлекает детей, потому что оно собирается легко, интересно. Можно развивать какие-то интересы, можно строить разные дома, постройки. Восьмой гимназии очень активно занимается научно-исследовательской деятельностью. Педагоги идут в ногу со временем и постоянно повышают квалификацию, чтобы помогать своим ученикам в реализации самых современных проектов. Одним из таких проектов в прошлом году был проект по физике. Спонсором данного проекта был Росатом. Наш девиз таков – успешный учитель, успешный ученик. Одним из основных достижений преподавательский состав и ученики гимназии считают победу в финале всероссийского конкурса «Большая перемена». По его итогам гимназия вошла в топ-30 лучших школ страны и получила грант на развитие проекта одной из финалисток. Мероприятие, посвященное Дню науки, на этой неделе проходит во многих школах Твери. Это стало уже традицией. С каждым годом викторины и конференции охватывают более широкий круг тем, которые выбирают сами ученики, интересующиеся разными науками не только в рамках школьной программы.